Яркие фотозоны, фигуры из гипса, демонстрация приемов кунг-фу в парке спорта Алексея Шмерчина для барнаульцев организовали разнообразие всевозможных площадок. Одна из традиционных от пивоваренного завода. Каждый гость мог продегустировать два вида изотоника Батарейд. Это спортивный напиток для поддержания водно-солевого баланса в организме. И он оказался барнаульцам по нраву. Как тебе вкус? Очень вкусный, тонизирует, восстанавливает, заряд на весь день. Чувствуется такой витаминный вкус. Ну, солоноватость. Витаминно-солевой вкус. Вот так. Приятный, да, такой освежающий, приятный. Кроме дегустации, у горожан была возможность принять участие в конкурсах. К примеру, на внимательность. Задача состояла в том, чтобы запомнить картинки в нужном порядке и по памяти перенести их на листочек. К слову, гости отлично справлялись с заданием, и каждый уходил с подарком. Мы справились с заданием 12 на 8. Можете выбрать себе призы из нашей картинки. Мне больше понравился зеленый. Синий. А еще барнаульцам предлагали угадать, какой напиток производства пивоваренного завода скрывается за цифрами. Мимо такого наша съемочная группа пройти не могла. Отлично. Ну, вот я, вам сторона. Я, конечно, не уверена. Кола. 100% кола. Выиграть не получилось, но приятные эмоции испытал уж точно. А это вечерняя программа на площади Сахарова. Сотни барнаульцев по традиции не проходят мимо площадки пивоваренного завода. Здесь еще больше различных конкурсов и дегустация напитков. Очень вкусный напиток. Главное, что можно детям, там магний, кальций. Мы активно занимаемся спортом, и как раз во время тренировки сказали, что дети могут даже принимать такой напиток. Впечатление изумительное, особенно гранатовый вот этот вкус. Вот с киви очень понравился. Классный напиток, советую всем друзьям! И хотя погода в этот день была не жаркой, напитки пользовались огромным спросом. Жажду смогли удалить все, кто пожелал. А кто-то открыл для себя совершенно новый вкус, который теперь будет ассоциироваться с праздником. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.